Все яркие краски солигорской молодежи. В эти выходные Солигорск отметил праздник, который развернулся в полномасштабный фестиваль активного отдыха. Ярко во всех смыслах слова, весело и шумно. Подробнее расскажем в нашем специальном репортаже, полностью посвященном Дню молодежи. В этом году праздник получился насыщенным особенно. Буквально каждый город страны приобщился к мероприятиям, посвященным самой активной прослойке населения. Молодые люди проявляли себя, организовывали встречи и игры. В Солигорске мероприятия, приуроченные к неделе молодежи, проходили в разных направленности и в разное время. Однако на полную действие развернулось 27 числа. Именно в воскресенье состоялся главный праздник, приуроченный ко Дню молодежи. И начался он с самого утра. Солигорские любители волейбола посоревновались за призы. Итоги соревнования озвучили в рамках церемонии награждения вечером. Участниками стали работники Беларуськалия, Солигорского института проблем ресурсосбережения, Стройтреста, ну и просто неравнодушные к волейболу горожане. Среди женских команд победила команда Анастасии Парфимович и Дарьи Хамице. Второе место заняла команда 4-го рудника. Это Виктория Селиванова и Дарья Забродская. Третьими стали Дарья Андреева и Мария Скурина. У мужских команд места распределились следующим образом. Первое у команды 4-го рудника. Это Павел Марчук и Александр Прушак. Второе место Артем Бабко и Иван Делендик. А третье место заняла команда солигорчан Евгений Науменко и Илья Копыш. Все участники получили памятные призы и дипломы. Однако соревнования на этом не закончились. На детском пляже, а именно он стал местом проведения праздника, прошел конкурс на лучшую песчаную скульптуру. В этом году организаторы решили не ограничивать участников, количество членов команды любое, тема, также дающая волю для фантазии, время исполнения – 2 часа. За этот промежуток времени из горы песка каждая команда создала свой собственный шедевр и реализовала свои идеи. На этом празднике собрались семьями. Наша команда состоит из 5 взрослых и 4 малышей. Поэтому и праздник, который мы делаем для наших малышей. Мы выбрали любимый мультик наших деток. Это «Смешарики». Решили изобразить их отдыхающими на пляже перед огромным тортом. На данный момент мы уже сделали наших смешариков и приступаем к работе с тортиком. В мероприятии у нас участвуют работники нашего общества со своими детьми. И сегодня мы пытаемся слепить руки матери, на которые держат ребенка. Потому что сегодня, я считаю, что дети – это цветы жизни, и именно от них зависит наше будущее. Как атмосфера праздника? Конечно же, весело сегодня, все чем-то заняты. И самое главное, чтобы сегодня приобщить нашу молодежь к ведению здорового образа жизни. Что мы сегодня и делаем. Наша команда называется «Команда фантазеры». Мы представляем «Стройтрест номер 3». Участвуют представители из различных строительных управлений. Сантехническое монтажное управление, СУ-95, электромонтажное управление. Три пакета краски. Как вы думаете, что я с ними сделаю? А кто ваши маленькие помощники? Ну кто? Это наши дети. Очень довольны. Вы видите, там кто-то купается в ведре, кто-то... Дети просто в восторге, а погода шепчет. По праву лучшую скульптуру выбирала жюри. И в этот раз оказалось непросто. Все работы разные, и каждая идея уникальна. Очень сложно оценивать работы, потому что все старались, все вложили свою фантазию сюда. Все работы, ну, конечно, разные. И у нас, конечно, были небольшие, ну, такие сомнения, кому же все-таки присудить первое место, кому второе, кому третье. Однако победителя конкурса все же удалось определить. Самыми успешными песчаными скульпторами оказалась команда «Катюша». Молодые люди – представители фабрики «Калинка». Их песочный спрут покорил сердца членов жюри. Победители получили кубок и подарки от организаторов. К слову, пока проходили песчаные баталии, остальным гостям праздника скучать не пришлось. На детском пляже расположились массы локаций для активного времяпрепровождения. Пляж, близость воды, сама природа продиктовала интересные варианты для досуга. Воспитанники Центра технического творчества провели показательное выступление по судомоделизму на открытой воде. Особенное внимание привлекла яхта. Погода для ее запуска оказалась самая подходящая. Кроме прибрежных забав, на протяжении всего вечера работал мини-зоопарк под открытым небом. Взрослые дети смогли не просто посмотреть на братьев наших меньших, но и погладить, взять на руки, узнать особенности содержания. Кролики, морские свинки, хомяки. А для тех, кто любит общение с животными побольше, можно было прокатиться на
на пони или на лошади. А еще аквагрим, сладкая вата и вкусности. Бесплатная вода для утомленных солнцем и много-много веселья. Для тех, кто привык проводить время еще более активно, был объявлен фестиваль забытых игр и открыт районный конкурс-выставка живых скульптур «Путешествия во времени». К слову, по итогам заданий тут также давали призы. Мыльные пузыри, они нравятся всем, особенно малышам. И следующей частью грандиозного праздника стало шоу мыльных пузырей от Ивана Вавилова. Несмотря на насыщенный график мероприятий, самое интересное и яркое организаторы решили оставить напоследок. Яркий и шумный, по-настоящему красочный, рассказывающий про нашу молодежь фестиваль красок Holy Fest. Настоящий взрыв цвета и эмоций, музыки и движения. «Окрась всех вокруг себя» – такой девиз у праздника, который буквально захватил все внимание гостей. Под звуки известных композиций участники праздника окрасили друг друга, подняли настроение себе и окружающим. Супер! Вообще класс! Лучшего отдыха нету для детей. Как настроение, как атмосфера? Вообще весело. Много людей, много красок разноцветных. Ну и праздник. Очень весело, мне нравится. Такого давно не было. Мы здесь танцевали, обсыпались красками. Мне очень понравилось. Краски, когда тебя кидают. Ну а вечер продолжился также творчеством. Для солигорчан исполнили музыкальные композиции, солигорские кавер-группы и другие исполнители. В идеале мы будем играть всю ночь и до утра, поэтому для вас звучит песня «Видели ночь, гуляли ночь до утра». Выходим, танцуем, не стесняемся. Вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Так завершился самый масштабный праздник, посвященный солигорской молодежи, впереди у которой еще много свершений, праздников, ярких впечатлений. Организаторы постарались сделать праздник ярким и захватывающим для всех и каждого.